Пожалуй, так, как никогда. Среди людей общения нету, как было в прошлые года. Весь мир живет в какой-то спешке. Проблемы, нервотрепка, стресс. Мы на ходу и в перебежке друг другу пишем СМС. А помнишь, как за кружкой чая, как будто было все вчера, порой часов не замечая, мы проводили вечера. Теперь все стало по-другому. Учебы, бизнесы, дела. Не просто всем собраться дома, тем более у одного стола. Тогда не сотовый, обычный, не каждый телефон имел. Сегодня стало так привычно друг другу посылать имейл. Сейчас и пишут-то не густо, а раньше собственной рукой не информацию, а чувства делили люди между собой. И люди тоже изменились в век технологий цифровых. Все как-то в раз осуетились, им нету дела до других. Я бросить не хочу упора, но часто замечаю сам, как не хватает разговора не про дела, а по душам. Компьютер не заменит души и выражение чьих-то глаз. Немногие способны слушать, хотя бы выслушать подчас. И где бы вы, друзья, ни жили, пусть нам поможет сам Творец, чтоб мы общением дорожили на уровне людских сердец. Аминь.